Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня автомобиль Deo Matiz 2007 года выпуска с двигателем 0.8, автомат. Пробег на автомобиле 143 тысячи километров. Здесь немножко умер двигатель. Взяли с разборки двигатель, хозяин взял. Сейчас его надо переустановить. Снимаем старый вместе с коробкой, опускаем его, перекидываем новый. Коллектора навесное, потому что двигатель без навесного, и устанавливаем на место. Открываем капот, смотрим, что надо сверху скидывать, и скидываем. Откручиваем и скидываем воздушный фильтр целиком. Здесь отворачиваем хомут на воздуховоде. Снимаем шланг. Снимаем разъем с датчика. И откручиваем болты, которые у нас корпус держит. Головка на 10. Третьего болта нету. Теперь снимем батарейку. Ну и здесь попутно идем. Все, что видим, что нам будет мешать, то и откручиваем. Откручиваем трос газа. Полностью мы его гайку откручиваем, только ослабляем с одной стороны, чтобы стянуть. И потом также с одной стороны мы эту гаечку и подтянем. Тогда не придется регулировать. Снимаем вакуумную трубку. Гидроусилитель. Попытаемся снять и оставить его с жидкостью. Сам насос гидроусилителя. Я думаю, сейчас я подниму автомобиль и снизу солью масло и солью антифриз. Поднял машину, пробка на 17, сливаем масло, а пока сливаем масло, начну откручивать по подвеске, откручу и сниму стабилизатор, откину рулевой наконечник, шаровую опору и вот эту траверсу. Масло слил, закрутил на место пробку,
откручиваю вот эту гайку. Это, видать, проставку под защиту делали. Грань где-то ударили, сбита, головка надела. О, оделась. Выдергиваю шплинт. Головка на 17. Откручиваем болт с шаровой опоры. Болт здесь на 14. И откручиваем крепление стабилизатора, вот втулки стабилизатора спереди и сзади. С одной стороны и с другой стороны оба болта. И сможем уже выдернуть стабилизатор. Открутил с обоих сторон гайки, выдергиваем скобы со втулки. Также ослабил, но ослабил, когда еще колесо стояло, гайку. На приводе откручиваем ее, здесь гайка на 30. Привод вышел хорошо с двух сторон. Интересно, здесь колодки работают. Тормозной диск убитый. Его по-хорошему вообще надо заменить. И с одной стороны, и с другой. Скажу хозяевам, там посмотрят. Вытаскиваем втулки задние. И можно выдергивать стабилизатор. Снимаем рычаг с шаровой опоры. Шаровая живая. Ну все, привод я пока не выталкиваю, а потом двигатель с коробкой сниму вместе с приводом. И с одной стороны, и с другой стороны оставлю в коробке торчать, чтобы масло не сливать. А сейчас снимаем приемную трубу. Откручиваем здесь вот спереди. Я сейчас ослабил гайки. Три гайки на 14. И здесь две гайки. Тоже на 14. Откручиваем и убираем приемную трубу.
приемные штаны снял. Теперь снимаем вот этот кронштейн нижний. Откручиваем подушку. Ключ здесь на 17. Да. Я ослабил. Подушку открутим, оставим здесь на месте болтаться. Так называемая гитарка. И отцепляем всю проводку. Проводку с генератора скинем. Масса вот здесь у нас прикручена к кронштейну. Потом вот здесь у нас масса прикручена к коробке. Ее потом не забываем закрутить, когда будем собирать. С датчика скорости разъем скинем. Со стартера разъем скинем. Датчик давления масла вот он у нас. Разъем скинем. И проводка у нас уходит наверх на инжектор. Там тоже это все подцепляем. Отведем ее немножко в сторону, чтобы она не мешала. После этого уже у нас будет еще висеть на этой подушке. Нижнюю гайку вот эту я откручу, а верхний болт будет держать. Мы ее потом открутим. Опустим, когда ослабим гидроусилитель и снимем этот ремешок. Откручиваем оба нижних болта с генератора от кронштейна, а потом уже сможем открутить кронштейн. Почему хочу снять кронштейн? Вот он у нас, когда будем снимать, не даст немножко опустить. Упрется. И генератор тоже придется снять. Опустил пока автомобиль. Снимаем провода. Трамблер я сейчас тоже сниму полностью, отберу. Снимаем выпускной коллектор. Откручиваем гайки. Возник у меня ряд вопросов. Я не могу открутить нижний болт на коллекторе и не могу открутить вот этот болт на коллекторе. Коррозия и температура их сожрала, они прокручиваются, и сделать здесь это не получается. Поэтому решил открутить двигатель от коробки и вытащить двигатель сюда через верх. Съездил, купил кранник гаражный, скажем, кран, не краник, а кран. И сейчас здесь сверху поскидываю, подниму и отвяжу уже остатки снизу и вытащу через верх. Снял патрубок. Вот он, с радиатора нижний патрубок. И через него слил антифриз. По-другому я не увидел, как слить. Патрубок этот надо будет все равно полностью открутить. Кронштейн, два болта на 12. И убрать его. Также откручиваю трамблер, два болта на 12, и уберу его полностью. Положу тряпку, сейчас из-под трамблера побежит масло. Thank you.
откручиваю этих два болта на 12. И теперь сниму целиком вот эту проставку с датчиками, с термостатом, и патрубок снимаю. Откручиваем вот этот кронштейн. Также здесь две гайки. И на 12 болт сзади. Тоже к этому кронштейну крепится. Также откручу и сниму дроссельную заслонку. Шестигранник здесь на 5. Три болтика откручиваю. Я пока снимаю все, что считаю, мне мешает. А там уже, когда сниму двигатель, посмотрю, потому что с разборки, который двигатель полуголый, возможно, сразу на него перекидаю что-то. Сниму патрубки. Болта 4, а не 3. Вся дроссельная заслонка в масле. Заодно сразу помою ее. Сзади снизу еще два вакуумных шланга. Дроссельная заслонка просто сплошной кокс. Ну, мне надо убрать проводку, поэтому разбираюсь, как это сделать. Снимаем шланг с вакуума.